Ребята, всем привет! Ну что, как говорят гайджины, обновление почти готово. Ну и с ним немножко гайджины нас прояснили про новые эффекты в этом же самом новом обновлении. Значит, сегодня расскажем о некоторых улучшениях визуальных эффектов и новых механик, которые сделают War Thunder еще лучше и красивее. Значит, первые это механики – это полет ракет. Для обновления мы не только подготовили обновленную физику полета большинства зенитных и противотанковых ракет, но и полностью переделали эффекты полета для всех ракет в игре. Так, например, улучшится эффект реактивной струи и дыма от работы маршевого двигателя. А для сверхзвуковых ракет добавился эффект колец Маха. Для тех ракет, конструкции которых предусматривают несколько двигателей, созданы достоверные эффекты их работы с корректным расположением. Также некоторые птуры с управлением по проводам получат эффект тянущихся за ним проволоки. Также полностью были переделаны ракетные трассеры. Помимо этого есть эффект вдребезги, так они его назвали. Это означает поражение наземной техники. Фугасными снарядами стало выглядеть еще более реалистично. Прямые попадания фугасных снарядов и их близкие разрывы теперь оставляют на броне не только отметку от удара самого снаряда, но и следы от осколков, причем их форма и внешний вид зависит от материала детали, куда они попали. Кроме фугасных появились также новые отметины от пробития брони танка оперенными подкалиберными снарядами. Причем, если пробитие произошло в лоб, на отметине от пробития будут присутствовать следы оперения. Ребята, жаркий бой! Это жаркое лето нам дало радиатор, который стал функциональным модулем. В модели повреждения бронетехники поврежденный радиатор будет выбрасывать струи белого пара от кипящих в нем жидкостей. Двигатель будет работать и дальше, но из-за перегрева может быстро выйти из строя. Ищите, как говорится, укрытие для ремонта. Ну и эффект «красивый полет». Это значит, что авиация War Thunder также получает несколько визуальных улучшений. Все пилоты реактивной авиации увидят новые эффекты форсажного пламени. Обновились визуальные эффекты ложных тепловых целей. Теперь ловушки отстреливаются с эффектом красивых дымных дуг. Стало гораздо красивее. Кроме того, мы реализовали уникальную систему катапультирования для вертолетов К-50 и К-52. Взрывные заряды отстреливают лопасти несущего винта, а кресло пилота вытягивается за пределы корпуса специальной ракетной катапультой, после чего открывается парашют. Это надо видеть. Но, как говорится, это мы скоро увидим. Вы там сделаете. Главное, как говорится, вы накатите это новое это обновление. Ну, так, чтобы старое что-то не сломалось. А то такое что-то в последнее время часто бывает. Ну, а кому нравится новость про то, что уже как бы вроде все готово, как говорится, в следующую среду примерно будем уже ждать нового обновления. Ну, за новостями я вас, как говорится, подогрею, когда будут они. Ну а кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь, главное колокольчик не забудьте. И также заходите на стримы, там пообщаемся и полетаем. Всем пока-пока.